Всем салют, народ. Последние деньки перед запретом. Находимся на реке Днепр. И сегодня мы с вами будем искать очень крупного карася. Ловить мы будем на поплавок. У меня обновочка по поплавочной тематике. Но это я попозже вам покажу. В общем, забурился в камыши. Сделал себе небольшое окошко. Взял специально себе, прикупил длинную удочку под это дело. В общем, сейчас будем пробовать, по мере рыбалки буду все рассказывать. Поехали. Иди сюда. Ух ты, нихера себе. Есть первые ребятки. Сейчас будем выдирать. Ой, удочка отработала на все 100. А, красавчик. Как же я ждал вот этого момента, когда я на удочку оторвусь по карасику. Смотрите, какой карась. Ну, в полторы ладохи реально. Офигеть, красавец, ты шо? Блин, друзья, как это круто. Обалдеть, я бы сейчас даже покричал, но не хочется просто пугать рыбу. Вообще эмоции просто переполняют. После зимы вот так вот вырваться на поплавок, половить карасика, ну, это просто жир. Тем более, когда карасик такой дебелый. Смотрите, чем хороша эта удочка, что я через кольца вот подтянул вот так вот снасть. И я ложу поплавок реально 7 метров от себя. Это довольно-таки приличное расстояние уже, чтобы не пугать рыбу. Иди сюда. Ух, красавчик. А ну давай, будем тебя выдирать. Как ты там зацепился? Есть, выходь. Вообще красавец. Короче, ребятки, положил я на дно снасть, потому что, ну, даже 3 сантиметра над дном просто задрачивает чернуха, не дает клюнуть карасю. Так, поклевочку заснял. Ну, это чуть поменьше, ну класс. Вот темный карасик, цвет вообще обалденный. А ближе к лету, вот я знаю еще одно место, тоже поеду, надеюсь. Там вообще он такой золотой-золотой, ну аж бронзовый. Круто, ну второй пошел, это хорошо. Кстати, ребятки, сейчас я покажу вам, чем я сегодня кормил. В общем, это просто пакетик зимней прикормки Brain. Здесь у меня перловая каша. И перловка у меня работает в паре с Brain карасем. Ну, я и по прошлому году вот именно рецептик такой себе выискал, самое оптимальное. И вот круто, ничего больше не надо. Перловку. Просто посыпаете перловку обильно брейн-карась, который имеет чесночный запах и работает на ура. Продолжаем. Есть поклевка. Давай, 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 давай. Да, карась стопудовый. Ах ты, иди сюда. Ай, красавчик. Ну, правда, этот самый маленький. Но все равно такой железная ладошка. Поклевка характерная была для карася. Потихоньку, не спеша, но так красиво. Ну, ты крут, дядька. Вообще, обалдеть. Обалдеть. Ну, просто сидишь и наслаждаешься этой рыбалкой. Просто
птички где-то вдалеке поют, все проблемы где-то остались в городе. Просто есть ты и поплавок. Сидишь, наблюдаешь, он так неспешно танцует, танцует, только фу, иди сюда. И вот такие вот карасики. Шо-шо, а карася вот люблю покушать очень. Даже вот я вам скажу, я ловлю судака, ловлю щуку, ловлю там голавля. Ну, скажем так, более благородную рыбу. И она для меня пищевой ценности никакой не несет. А вот карась, карася жареного очень уважаю. Особенно, когда он крупный. Ребра карася жареные, ну, просто жирные объедения. Хорошая поклевка. И тоже 100 пудов карася. Ух ты, красавчик. А ну иди сюда. Ну вот видно сразу, когда клюет чернуха, а когда клюет карась. Ну такой в ладошку. Тоже такой темненький. Вот я ему хорошо дал прям клюнуть. Он и заглотил нормально. Ну, нормально, можно сказать, безболезненно для него. Вышел крючок и еще и червь целый весь. Вот такой вот красавец. Ну, это ладошечный карасик. Ребят, еще что хочу отметить. Это крючочки от Decoy. Очень меня радуют из года в год. Вот именно по карасю серия K105. Life Bait Light. Ух ты, поклевка. Иди сюда. Очередной красавец. Ну, хотелось бы, честно сказать, немножко побольше, чтобы карасики клевали. Ну, надеюсь, что сегодня отдай червя. Он тебе же все равно не нужен. Тем более вот один, вот второй. Ого. Будем надеяться, что сегодня у нас проклюнется еще все-таки карасик такой посерьезнее, чем эти. Потому что, ну, хотелось бы. Ну, это ладошка. Ладошка, но хочется красивого все-таки. Ух ты, ё-моё! Вот это да! Короче, ребятки, завтыкал я чуть-чуть со своей второй камерой. Смотрю, у меня уже поплавок положило. Ай-яй-яй-яй-яй, и карасик такой хороший. Жаль, не удалось поклёвочку заснять. Аля! Гля, какой дебелый. Ну, это такой вот. В полторы ладохи. На червя с подсадкой опарика. Опарика насадил там нормально. Хорошая поклевка. Ой-ой-ой-ой. Да ты шо? Вот это вообще, дядька, то, что надо. Давай сюда. Давай, 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 дружок. Подходь. О-о-о. Ну это такое уже. Стабильно хороший. Ну вот смотрите. На руке как он смотрится. Так, поклевочку засняли. Ну да, такой грамм 350 уже карась. Хорошая поклевка. Иди сюда. Что ж ты там за дядя? Офигеть. А ну подходь.
О, ну так вот это уже ближе к делу. А ну давай сюда. Ты смотри, ребят, какие начали монстры клевать. Ну тут уже полкилограмма 100%. Сейчас можете просто взять и поставить лайк. Кстати, кто залетный на канале и не подписан, пацаны, рекомендую подписаться. Смотрите. Блин, это такой кайф. Просто сейчас сижу, синуса выхватываю. Такие. Так, крупный план. Выключаем. Вот и карасик, поклевочка. Только закинул. Гляй, хорош. А ну давай, тули сюда. Ух ты, кабанчик. Так с лету взял вообще. Так хорош тебе уже. О, вот это, наверное, да, это самый козырный за сегодня. Ну, красавец. Ну, тут полкило точно есть, стабильно. С подсадкой опарыша. Все-таки я решил немножко опарика донаживить. Так, крупный план. Выключаем. Ну, смотрите. Смотрите, какой просто здоровенский и крутой карась. Ну, ладно бы на фидер, да, такого ловить. Но представьте на поплавочную удочку. Ну это ну просто жир. Серый, ну что ты? Ух ты, ё-моё. А у меня как раз, прикинь, карасик проклёнулся. Только позвонил к тебе. А ну сейчас, секунду, Серый, повиси на связи. А ну сейчас, вытяну. Фух, есть очередной. Только что позвонил товарищу узнать, как у него дела. И вот так вот проклюнулся карасик. Пугал нам рыбу. Сейчас мы его вот здесь вот притопим. Вот так. А теперь можно и поднять. Ну такой. И не туда, и не сюда. И сразу нахрапом, чтобы меньше возиться, потому что у меня один был, стал в очередь, и все, и фиг ты что ему сделаешь, и сошел, падла. А когда нахрапом так раз, то и шансов у него мало. Это такой кругленький прикольный карасик. Ну конечно, если карась большой, то его особо не пофорсируешь. Иди сюда. Наконец-то. Я уже думал, ты не клюнешь. А, красавчик. Ну, это я просидел, не знаю, час, наверное. Сейчас солнышко поднялось. Вообще, в зените, можно сказать, стоит. И, блин, клюв вообще так немножко
под угас. Вот час времени и вот такой вот карась. Ну, карась зато хороший. Типичная карасевая поклевка. Просто взял и выложил. Ух ты, нифига себе, карась побежал по очерету. Жесть просто. Во все стороны. Да, к вечеру все меньше и меньше карась. Я этого даже, наверное, выпущу. Пускай растет. Иди сюда. Ну, наконец-то. Я уже было заждался. И размерчик такой вроде ничёшный. Ух ты, ух ты, ух ты. Иди сюда. Ух ты. И хорош карасик. Так, вторая камера уже ушла, выпала в осадок, имею в виду по аккумуляторам, поэтому будем довольствоваться моей одной GoPro-шкой. Думаю, тоже не худший вариант. Нахрапом чисто. Чтоб не выделывались, бо я знаю вас. Было сегодня пару раз, конечно, но это не попадет в кадр. Ну, просто подсечка. И он сразу тут же вот так вот бах в камыш и стал. И куда? И что ты там сделаешь? Подергал, подергал удилищем. Он вот за это время отцепился, да и все. Вот такие проворные барбосы. Ух ты, нихера себе. Вот это поправил поплавочек. Капец. Только закинул, опять же, пучок опарика. Подсадка одного червячка. Поправлял поплавок что-то. Между рогозы поплавок застрял, короче. Я его тык-тык-тык, он что-то не становится. Тык-тык-тык не становится. Когда смотрю, что все-таки повел. Фу, иди сюда. Левка карася. Неспешно берет и ведет. Вылаживает, вылаживает, вылаживает. Ух ты. Иди сюда. Есть. Вообще так не спеша, обалденно. Потихоньку. Раз, 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 дып, дып, дып и повел. Ух ты, ё-моё! Вот это да! И опять запутался. А мы его нахрапом. Главное не попускать. Ты шо? Ух, красавчик! Так, ну шо, ребзя, наверное, пускай вот этот матёрый карась и завершает сегодняшний прекрасный день. Вообще просто. Даже не буду закидывать. И блин, и просто с классным настроением, что под конец на коня взял такого карася, поеду домой. Давайте, наверное, я уже, чтобы на берегу не включаться, давайте я вам сейчас покажу свой улов. Взвешивать не буду, скажу примерно так. Ух ты.
Да ну килограмм, я думаю, 7 карася. Килограмм 7 карася есть. Сегодня испробовал свою новую 7-метровую баллонскую удочку от Brain. Вот так вот понравилось вообще. Можно за 7 метров просто вот так вот ложить снасть куда надо. Чисто не закидывать, а просто ложить. Это очень удобно. Сегодня я практически не путался. Друзья, в общем, от вас лайк, кто ждал ловлю карася. Ну и просто лайк, если понравился ролик. А кто не подписан на канал, обязательно жмем вот эту кнопочку «Подписываемся». Я с вами ненадолго прощаюсь. Пока, до новых встреч.